Итак, ребят, всем привет! Сегодня мы с вами начинаем разбирать третий модуль и переходим сразу к вопросам, которые следуют перед модулем. Do you know of any famous writers? Ты знаешь каких-нибудь известных писателей? What are they famous for? Чем они знамениты? What is your favorite story? Какая твоя любимая история? When did you first read it? Когда ты ее впервые прочитал? И далее, ребята. Look at module 3, find the page numbers for pictures. Итак, посмотрите на модуль 3, найдите номера страниц для картин. Итак, смотрим. Первая картинка, picture 1, is on page 28, да, на 28-й страничке. Picture 2 is on 32nd. Page on page 32 на страничке 32 и page and picture 3 is on page 27. Далее, ребята, смотрите. Find the page numbers for. Найдите номера страниц для a painting, картины 27, a descriptive article, описательные статьи 30, people at work, людей на работе 31, и storybook characters, герои из какой-то книги, это 28. Ребята, далее тут описывается, что вы будете проходить в данной главе, и перейдем сразу к модулю третьему под буковкой A, lead the way. Первое, hobbies, listen and repeat. Итак, ребята, переходим ко второму упражнению. What qualities do you need to have to do the activities above? Какие качества вам нужно, чтобы заниматься вот занятиями выше, то есть вот этими занятиями. Итак, например, you need to be fit to box. Тебе нужно быть в форме, чтобы заниматься боксом. Далее, artistic, артистичность, creative, креативность, daring. Ребята, кстати, слово artistic может переводиться еще как творческий, да? Итак, creative – креативный, daring – смелый, fit – то есть подтянутый, в форме, patient – терпеливый, athletic – атлетичный, sociable – общительный, curious – любопытный, determined – решительный, imaginative – обладающий воображением, да? И берем, например, любое качество вместо слова fit, и вы говорите you need to be, например, patient to knit, терпеливым, чтобы вязать, to knit. Или you need to be imaginative to write stories, то есть уже без окончания ing, а просто infinitive, то есть to write, с частичкой to. И так далее. Итак, ребята, а теперь переходим к study skills, навыки учения. Multiple meaning words – слова, которые имеют многозначные слова, так скажем. Multiple meaning words are words that have several meanings depending on the context. Многозначные слова – это слова, которые имеют несколько значений в зависимости от контекста. И, например, don't break his toy – не ломай его игрушку. Let's break for lunch – давай сделаем перерыв на ланч. Итак, переходим к третьему упражнению Reading and Listening. Чтение и аудирование. Read the sentences. What does drive mean? Прочитайте предложение. Что значит drive? Итак, I admire her drive and enthusiasm. Я восхищаюсь. Итак, я восхищаюсь ее амбициозностью и энтузиазмом. То есть, ну, drive, да? И второе предложение. Let's go for a drive in the country. Давай покатаемся в деревне. Итак, read the title of the text. What does drive mean? Ambition or trip? Прочитайте название текста. Что значит drive? Амбиции или поездка? What is the text about? О чем текст? Listen, read and check. Послушайте, прочитайте и проверьте. Переходим. Так, ребят, давайте перейдем к тексту, он на следующей страничке. American teens with drive. Американские подростки с,
я бы сказала, с амбициями. Итак, some teenagers spend their whole lives playing computer games, watching TV, or just complaining that they are bored, while some others get out there and do things. Meet America's new generation of dynamic teens. Итак, некоторые американские подростки проводят всю их жизнь, играя в компьютерные игры, смотря телевизор или просто жалуясь на то, что им скучно, в то время как другие вылезают оттуда и что-то делают, делают вещи. Познакомьтесь с американскими, с новым поколением американских подростков, с так, динамичных подростков. Итак, первое. Океаны Крамерик. Не знаю, как, ребята, точно произнести фамилию, да? Крамерик, наверное. Is a girl from a small town in Idaho, whose favorite hobby is painting. Итак, Океана Крамарик – это девушка из маленького города в Айдахо, это штат, чье любимое хобби – рисовать. Океана is very creative. I can, должно быть так, is very creative and learned how to use pastels when she was six. Океана очень творческая и научилась, как пользоваться пастелью, когда ей было шесть pastels. She pays a lot of attention to detail and her paintings are very realistic. Она уделяет много внимания деталям, ее картины очень реалистичные. She finished 40 paintings that sold for as much as 25,000. Она закончила 40 картин, которые продала за 25 тысяч долларов. In December 2001, Raines Lida Thompson, who was a student in Edison Middle School, had to do a science project. В 2001 году Raines Lida Thompson, которая была студентом в Эдисон, в средней школе Эдисон, делала научный проект. Her mother helped her design a game which makes learning maths simple as well as fun. Ее мама помогла ей сделать игру, которая заставляет выучить математику так же легко, как просто повеселиться. Raines got an A grade for her project, so her teacher gave it to some younger students to try out. Итак, Raines получила степень оценку A, то есть это 5, за ее проект. И ее учительница отдала ее более младшим ученикам, чтобы ее попробовать. Soon after that, people started to ask for their own copy of the game. Вскоре после этого люди начали просить себе собственную копию этой игры. So they set up a company called MathWorks LLC. Итак, они основали компанию, которая называется «Математика работает LLC». Далее. Esteban Cortázar is a young man whose love for fashion began when he was a child in Colombia. То есть, в общем, Эстебан Кортезар или Кортезар, не знаю, это молодой человек, чья любовь к моде началась, когда он был маленьким ребенком в Колумбии. He began designing when he was 10. Он начал заниматься дизайном, когда ему было 10 лет. He used to take old clothes apart and then staple pieces back together again. Он брал старую части старой одежды и затем прикреплял кусочки снова. Скреплял кусочки вместе снова. Today, Esteban is in charge of a growing fashion empire. Сегодня, то есть Эстебан, он ответственный за растущую модную империю. He recently traveled to New York, where he showed his latest collection during Fashion Week. Он недавно путешествовал в Нью-Йорк, где он показал его последнюю коллекцию во время недели моды.
Esteban is determined to succeed, and it looks like he's going the right way about it. Итак, Эстебан решительно намеревается достичь успеха, и кажется, что он на правильном пути. И последний текст. Ребята, а между тем, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на мой канал, не теряйтесь и делитесь видео со своими друзьями и знакомыми, кому это может пригодиться. Итак, Chase Austin competed to his first race at the age of 8 in a go-kart pieced together by his father. Итак, Чейз Остин принял участие в своих первых гонках в возрасте 8 лет на картинге, я так понимаю, вместе со своим отцом. The 16-year-old certainly loves speed and already has a career which many people could be jealous of. 16-летний мальчик, конечно, любит скорость и уже имеет карьеру, на которую многие могли бы позавидовать. This young man from Kansas is not afraid of hard work, and that's why he has won so many awards. Этот молодой человек из Канзаса не боится тяжелой работы, и поэтому он выиграл так много наград. Итак, ребята, текст мы прочитали и перейдем к следующему четвертому заданию. Read the text again and answer the questions. Прочитайте текст снова и ответьте на вопросы. Then explain the words in bold. И затем объясните слова, выделенные жирным шрифтом. Итак, which teenager, кто из подростков, designed something, что-то, занимался дизайном и что-то в этой области делал. Эстебан Кортеза. Кстати, известный. По-моему, что-то такое мы слышали, да? Далее. Can sell the things they make. Может продавать вещи, которые они сделали. Так, давайте возвращаться. Я так сразу не помню. Это Рейнольдс Лиды Томпсон, да, который математикой занималась. Далее, ребята. Has a competitive hobby. И у него хобби, в котором нужно соревноваться. Итак, ребята, это последний наш подросток. Это Чейз Остин. И потом, связанные с цветами, это будет у нас Oceanic Chromatic, да? То есть, works with colors, это Oceanic Chromatic, started their hobby as part of a school project, начала свое хобби как часть школьного проекта, это, опять же, Рейнольдс Лиды Томпсон. Итак, хорошо, ребята, а теперь перейдем к словам, которые выделены жирным шрифтом. Итак, ребята, смотрим. Pays a lot of attention. Уделяет много внимания. Take a lot of care. Если вам нужно на английском пояснение, вот оно, да. Design. Делать дизайн. Планировать. Plan. Да? Далее. Try out. Испытать. To use something for the first time. Set up. Основать. То есть create. Staple. Прикрепить вместе. Stick together. In charge of, ответственный за что-то, to be the boss of. Empire, империя, large group of companies. Latest, самый последний, the most recent. То есть, я делаю перевод и дальше не делаю, потому что это очевидно, что это то же самое, да. Determined, eager to do something, решительный, да. Piece together, put together. Jealous, то есть это скрепить вместе. Jealous, завидовать. To want something that somebody else has. Afraid of, бояться чего-то, frightened of. Awards – это prizes. Итак, ребята, а теперь перейдем к грамматике. Relative pronouns, adverbs. Итак, study the theory box and name the relative pronouns and adverbs in the text. Итак, изучите теорию и назовите относительные местоимения и наречия в тексте. Итак, relative pronouns, относительные местоимения, who, which, that, whose, и relative adverbs, и относительные наречия, when, where, why, introduce relative clause. Представляют придаточные или сложно сочиненные предложения, да, clauses. Итак, who, that, refer to people, who или that относится к людям, whose shows possession,
whose – это показывает обладание чем-то. Where refers to place. Where относится к месту. Which that refers to things. То есть which that относится к вещам. When refers to time. When – ко времени. И why refers to reason. И why относится к причине. Итак, ну, в принципе, все достаточно легко. А теперь choose the correct answer. Выберите правильный вариант. Итак. This is the skate park. I skate regularly. Это скейт-парк, где я катаюсь регулярно. Да? Далее. То есть, where относится к месту. That's the girl whose mom works in a bank. Это девочка, чья мама работает в банке. Принадлежность. Далее. Arthur Conan Doyle was the author who created Sherlock Holmes. Артур Конан Дойл был автором, который создал Шерлока Холмса. 2003 was the year when they visited the USA. 2003 год – это был годом, когда они посетили США. Итак, ребята, say a noun – скажите существительное. Your partner gives a definition using relative pronoun adverb. А ваш партнер даст определение, используя относительные местоимения или наречия. Например, a doctor, doctor. A doctor is someone who treats sick people. Доктор – это кто-то, кто лечит больных людей. Далее, любое, например, a shop assistant. A shop assistant is someone who helps people in the shop. Кто помогает людям в магазине. Далее, a post office, почта. It's a place where you can post a letter. Легко. Далее, ребят, перейдем к говорению. Imagine you are one of these teenagers. Вообразите, вы один из подростков, то есть выше, ниже, про которых мы прочитали. Talk about yourself. Расскажите о себе. Say when and why you choose the hobby and what happened. Скажите, где и когда вы выбрали хобби и что случилось. Answer your classmates' questions. Ответьте на вопросы ваших одноклассников. И далее, ребята, сразу письмо посмотрим. Which of these teenagers do you find interesting? Кого из этих подростков вы находите интересным? Почему? Напишите короткий имейл вашему другу по переписке о нем, о ней. В вашем имейле напишите имя человека, страну, что он делает, характерные качества и почему вам кажется он интересным. Давайте начнем, и начнем мы рассказывать про себя. Итак, ребят, вы можете сказать, что, например, my name is такой-то, такой-то, I'm really interested in knitting, я интересуюсь вязанием. My grandmother taught me to knit, моя бабушка научила меня вязать. I really loved it, and now it's my passion. Я действительно полюбила это, и сейчас это моя страсть. I decided to sell things which I need online on Instagram. Я решила продавать вещи, которые я вяжу онлайн в Инстаграме. Soon my account became successful, and I had more than 1,000 subscribers. Вскоре моя страничка стала успешной, и у меня стало более чем 1000 подписчиков. Так, далее. Now it's a way to get some extra money for me. Сейчас это способ получить дополнительные деньги для меня. И, ребята, что касается портфолио, вы могли бы написать примерно возьмем Джейза Остина. Итак, например, Hi, Peter, thanks for your email, I'm glad you are well. Привет, Питер, спасибо за твой email, я рада, что все хорошо. Ты знаешь, кто такой Чейз Остин? Он американский подросток, который, мне кажется, очень интересным. Его хобби – это катание, это гонки на машине, и он участвовал в первых гонках, когда ему было 8 лет. Мне нравится он, потому что он не боится тяжелой работы и получает то, что он хочет. Можно добавить, что он очень determined, решительный. Напиши мне поскорее, с любовью,
Kate. Ребята, и посмотрите, это все, что касается третьего модуля под буковкой A. Переходим к третьему модулю под буковкой B. А между тем, обязательно не забудьте подписаться и посмотреть видео с разбором контрольных работ и разбором рабочих тетрадей. Итак, who is who? Кто есть кто? Appearance – внешность. Look at the characters. Which books are they from? Listen and check. Посмотрите на героев. Из каких они книг? Послушайте и проверьте. Итак, Alice – Алиса. The Duchess – герцогиня. Scrooge. Bob – Cratchit. Dorothy – Дороси, Скрудж, Боб Крэтчет, Питер Пен, Каптен Хукт и злая ведьма The Wicked Witch. Я думаю, все догадались, с каких они книг. Далее. Which words from the table below did you hear? Какие слова из таблички ниже вы слышали? Listen again and check your answers. Послушайте снова и проверьте ваши ответы. Ребята, посмотрите, я вам сделала, значит, список слов, которые вы должны были услышать. Young – молодой, cute – милый, freckles – в веснушках, long – длинный, brown, pigtails – old – ugly – thin и так далее. Все эти слова, отметьте их, пожалуйста, в табличке. То есть слова, относящиеся к строению тела, к возрасту – age, hair – к волосам, к height – весу, face – лицу и особые черты – special features. Далее. Под буковкой B задание. Choose a character. Выберите героя. Your partner ask you yes или no. Yes, no questions to find out who the character is. Итак, вы выберете героя, а ваш партнер, то есть собеседник, задаст вам да или нет вопросы, чтобы выяснить, кто этот герой. Итак, например. Например, Does she have long hair? У нее длинные волосы, а вы говорите yes или no. Например, no, she has short hair и так далее. Ребята, я надеюсь, все эти слова вам знакомы. Давайте еще раз проверим. Тут никаких сложных слов, я думаю, нет. Мустаж, усы, medium height, средний рост, wavy, волнистые, далее pigtails, косички. Все это уже было. Итак, далее, ребята, третье задание. Read the first exchange in the dialogue. Прочитайте первые реплики в диалоге. Where are Clara and Fiona? Где? Где Клара и Фиона? At the theater, at a party, в театре, на вечеринке. Which characters in exercise one were in the play? Кто из героев упражнений первым были в пьесе. Listen, read and check. Послушайте, прочитайте и проверьте. Итак. Your school play was exciting, Fiona. Thanks for inviting me. Твоя школьная пьеса была восхитительной, захватывающей, Фиона. Спасибо за приглашение. I'm glad you enjoyed it, Clara. Everyone worked hard to stage Alice in Wonderland. Do you want to meet the actors? Я рада, что тебе она понравилась, Клара. Все очень усердно трудились, чтобы сделать инсценировку, поставить Алису в стране чудес. Ты хочешь познакомиться с актерами? Yes, I'd love to, but I can't tell who is who. Да, я бы хотела, но я не могу сказать, кто есть кто. I only remember them in their costumes on stage. Я только их помню в их костюмах на сцене. Да, вот Алиса в стране чудес, ребята. Далее. Okay, let me help you. Can you see the short boy over there with the spiky blonde hair and freckles? Ой, извините, ребята, спайки, конечно же. Хорошо, давай я тебе помогу. Ты видишь вот того низенького мальчика вот там? С остроконечными, как бы, белыми блондинами, в общем, блондина с остроконечными белыми волосами и морщин. Ой, извините, веснушками. The one with the
spiky hair, вот тот вот с волосами как иголки, вот такие вот остренькие, да, торчат спайки. Yes, that's Robert. He played the part of the white rabbit. Да, это Роберт, он играл белого кролика. Oh, really? He was very funny. What about the Duchess? Действительно, он был очень веселый. Как насчет герцогини? Julie was a Duchess. She's tall, well-built girl with a long dark hair in the corner. Джули была герцогиней. Она высокая, хорошо сложенная девочка с длинными темными волосами в углу. She looked huge in that big costume. And who played the Cheshire Cat? Она выглядела огромной в этом большом костюме. А кто играл чеширского кота? Oh, that was Matt, the boy next to the coffee table, the one with the short brown hair. О, это был Мэтт, мальчик рядом с кофейным столиком. Вот тот с короткими коричневыми волосами. He is so cute. Он такой прикольный. Come on, пойдем. I want to introduce me to him first. Я хочу, чтобы ты представила меня ему, ну, первой, то есть первым. Итак, ребята, а теперь перейдем к следующему упражнению. Read the dialogue again and mark the sentences true or false. Explain the words in bold, mime, or draw their meanings. Итак, прочитайте диалог снова. Отметьте предложение, правда или неправда. Объясните слова, выделенные жирным шрифтом. И мимически разыграйте, нарисуйте их значение. Ну, то есть мime – это изобразите. Итак. Clara didn't like the school play. Кларе не понравилась школьная пьеса. Это, конечно же, false. Ей понравилось. А это неправда. Далее. Clara does not know the names of the actors. Клара не знает имена актеров. Ребята, и это true. Это правда. Далее. Robert has got curly hair. У Роберта кудрявые волосы. Это false. Это неправильно. Julie looked slim in her new costume. Джулия выглядела худой в ее новом костюме. Опять же, она играла герцогиню. Это false. Это неправильно. И Clara is interested in Matt. Клара заинтересовалась Мэттом. Это правда. Это true. То есть false, true, false. False, true. Итак, see. Take the roles and read out the dialogue. Прочитайте роль. Выберите роли и прочитайте диалог. Итак, ребята, а теперь мы переходим к грамматике. Add in participles. Причастие add и in. Study the box, then choose the correct answer in the sentences. Вы изучите теорию и затем выберите правильный ответ в предложениях. Давайте с вами попробуем. Итак. When describing people, mind the order of adjectives. Когда описываете людей, следите за порядком прилагательных. Do not use more than three adjectives before a noun. Не используйте более трех предложений перед существительным. Итак, сначала идет ваше мнение, opinion, например, excellent. Потом идет рост и возраст, tall, young. Потом origin, откуда он, например, American. Американский и существительный атлет. Athlete. Итак, Bob is an excellent young American athlete. Bob – отличный молодой американский атлет. Далее. Ой, ребята, извините, мы не доделали с вами упражнение. Я случайно перескочила выбрать правильный вариант. Давайте сначала его сделаем. Итак, теория. We use present participles to describe something. Мы используем настоящий причастие настоящего времени, чтобы что-то описать. Например, it was a boring film. Это был скучный фильм. What was the film like? Какой был фильм? Скучный. Далее, we use past participles to speak about someone's feelings. Мы используем причастие прошедшего времени, чтобы сказать о чьих-то чувствах. Например, we are bored. How do we feel? Нам скучно. Как мы чувствуем? Мы чувствуем скуку. Bored. Скучно.
Итак, перейдем. Ребята, а между тем обязательно не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не потеряться. Надеюсь, мое видео вам помогает, и я буду очень благодарна, если вы в ответ подпишетесь. Итак, Jack is scared of spiders. Это чувство. Джек боится пауков. Scared. Причастие прошедшего времени используем. Далее. I find the math lessons really boring. Мне кажется, уроки математики скучные. Какие скучные? Это качество урока, не чувство. Далее. Tonya is interested in football. Тони интересуется футболом. Это уже чувство. То есть она, девочка, интересуется тогда. Interested. Далее. The trip was tiring. Поездка была утомительной. Это качество. Пятое. I'm disappointed in you. Я в тебе разочарован. Это тоже чувство. Disappointed. Итак, ребята, и перейдем дальше. Мы теорию выучили, а теперь нам нужно сделать собственные предложения и описать вот этих людей. Итак, ребята, я вам прямо сюда описание напишу. Мистер Браун, да? Мистер Браун is a kind elderly French teacher. Мистер Браун – добрый, такой уже престарелый французский учитель. Учитель французского. Французский, да. Второе. Sandy is a patient middle-aged British colleague. Sandy – терпеливая, среднего возраста британская коллега. Третье. Борис Шварц is a tall young German tennis player. Борис Шварц – это высокий молодой немецкий игрок. Итак, ребята, а теперь перейдем к повседневному английскому. Describing people – описываем людей. Study the box, then use the language from exercise 2 and character qualities to take about your family, friends and teachers. Изучите теорию и затем используйте язык из упражнения второго и качество героев, чтобы поговорить о членах вашей семьи, друзьях или учителях. Итак, asking about people's appearance. Спрашиваем внешность людей. What does или do look like? Например, what does he look like? Как он выглядит? Что он одет? What is he или what are they wearing? Что он, что они носят? Или что он обычно носит или любит носить именно из одежды. И когда мы спрашиваем про character, personal qualities, про личные качества, мы говорим не look like, а просто like. What's like? Какой? Какой он? Например, what does your mom look like? Как твоя мама выглядит? Например, she has curly brown hair. У нее кудрявые коричневые волосы and blue eyes и голубые глаза. What is she like? Какая она? She is interesting and, например, and creative и креативная. Итак, далее, ребята, перейдем к тексту на аудирование. Послушайте и выберите правильный ответ. Итак, давайте попробуем. Первое. What has Mr. Gallagher? Что есть у мистера Геллера или Джеллер? Ответ C, ребята. Mustaches, усы. Далее. What is Lucy's hair like? Какие волосы Люси? Curly, да, они curly, кудрявые. Ответ B. Так, сейчас, секундочку. Мы выбираем B. Далее. Where is Anne going? Куда ушла Анна? И мы выбираем, конечно же, кинопленку. Кино. Итак, ребята, ответы. B, C, C. Ой, ребята, извините. C, B, B, конечно же, да? Пишу одно, говорю другое. Итак, ребята, далее переходим к письму. Writing a paragraph. Пишем параграф, абзац, портфолио, да? Напишите короткий параграф о вашем любимом герое в книге. Напишите имя, внешность, характер и что в нем, в ней было особенного. Давайте попробуем. Итак, ребята, что касается персонажа, мы можем выбрать, например, Питера Пэна.
My favorite book character is Peter Pan, who lives on an island in Neverland. То есть мой любимый книжный персонаж – это Питер Пен, который живет на острове в Неверленде. He is a kind and beautiful young boy with dark hair. Он добрый и красивый молодой, ну, в общем, мальчик с темными волосами, маленький мальчик. I like him because he is curious and funny. И мне он нравится, потому что он любопытный и веселый. Ребята, и это все, что касается модуля третьего под буковкой B. Пожалуйста, обязательно не забывайте подписаться. И мы с вами переходим к модулю третьему под буковкой C. Итак, ребята, переходим к модулю третьему под буковкой C, который называется Against All Odds, вопреки всему. И перейдем к первому заданию. Is the person in the picture a famous scientist? Человек на картинке известный ученый, inventor, изобретатель, actor, актер, politician, политик. What is his name? Как его имя? What do you know about him? Что вы знаете о нем? Listen, read and find out. Послушайте, прочитайте и выясните. Итак, давайте попробуем. The person I admire. Человек, которым я восхищаюсь. The person that I admire the most is scientist Stephen William Hawking. Человек, которым я восхищаюсь больше всего, это ученый Стивен Уильям Хокин. He was born on 8th January 1942 in Oxford, England. Он был рожден 8 января 1942 года в Оксфорде, в Англии. Стивен is famous for his work on the basis of law of the universe. Стивен известен своей работой на основе законов Вселенной. He is also famous for the way he copes with having motor neuron disease. Он также известен тем, как он справлялся с болезнью двигательных нейронов. Итак, Стивен studies physics at University College Oxford. Стивен изучал физику в Оксфорде, в университетском колледже. He was diagnosed with MND while still at university. Ну, то есть ему поставили диагноз данный, пока он был до сих пор в университете. Стивен slowly lost control of his muscles and eventually he could not work. Стивен медленно терял контроль над своими мускулами, и он в конечном счете не смог ходить. Despite this, he finished his studies, got married and started a career at the university. Несмотря на это, он закончил свое учение, женился и начал карьеру в университете. Some years later, he lost his voice completely. Спустя несколько лет он потерял совершенно свой голос. Unfortunately, he was in the middle of writing a book at the time and suddenly had no way to communicate other than blinking. К сожалению, он был в середине написания своей книги в то время, и вдруг он не смог коммуницировать другим способом, чем хлопать глазами, blinking. Today a computer system on his wheelchair enables him to speak. Сегодня компьютерная система на его кресле-коляске позволяет ему говорить. Ребята, на самом деле он в 2018 году уже умер. Итак, of his many books, A Brief History of Time is Stephen's bestseller. Из всех его книг «Краткая история времени» – это бестселлер Стивена. The reason I admire him is because he is very intelligent and brave, and he never gives up on life. Причина, по которой я им восхищаюсь, это потому, что он очень умный и храбрый, и он никогда не сдается в жизни. When I think of him, I know that anything is possible as long as you really want it and work hard to achieve it. Когда я думаю о нем, я знаю, что все возможно до тех пор,
пока ты хочешь этого и пока ты работаешь усердно, чтобы этого достичь. Итак, ребята, перейдем ко второму заданию. Какие из этих прилагательных лучше всего описывать Стивена Хокинга? Обоснуйте. Determined – решительный. Yes, he was determined. Brave – yes, he was brave. Он был храбрый, решительный, храбрый. Artistic – артистичный. Итак, значит, вот я бы сказала еще вот determined, brave и ingenious, то есть гениальный он был. Лучше всего описывает Стивена Хокинга, то есть he was determined, brave and ingenious, because in spite of his disease, несмотря на его заболевание, he worked hard and became a world famous scientist. Он работал усердно и стал ученым с мировой славой. Далее, ребята. Find the prepositions for that follow these words in the text. Use them in sentences of your own. Значит, в тексте найдите предлоги, которые следуют за этими прилагательными, и используйте их в своих собственных предложениях. Famous for. Да, известный чем-то. Например, мы можем сказать, что Алла Пугачёва is famous for her voice. Известна своим голосом. Далее. Работа над чем-то. Work on. Например, вы можете сказать I work on my project. Я работаю над своим проектом. Cope with. Справляться с чем-то. Например, You have to cope with the situation. Ты должен справиться над ситуацией. Дальше. Lose control. Потерять контроль of над чем-то. He lost control of her daughter. Он потерял контроль над своей дочерью. Сдаваться. Never give up. Никогда не сдавайся. Итак, phrasal verbs – фразовые глаголы, и в данном случае give. Итак, read the spidogram, then complete the sentences, give your own examples. Прочитайте спайдограмму, заполните предложение и придумайте свои собственные примеры. Итак, give. Give away. Отдавать, то есть давать что-то бесплатное. Give back – возвращать. Give up – сдаваться. Итак, например, give away. They gave away their old toys to the poor children. Они отдали их старые игрушки бедным детям. He, ребята, gave up smoking last year. Он бросил курить в прошлом году. Далее, ну понятно, что это give. Give me back my book, please. Отдай, пожалуйста, мне обратно мою книгу. Итак, пятое. Вы можете сказать I gave away my old phone. Я отдала мой старый телефон. I gave up table tennis. Я бросил настольный теннис. И he gave me back my pen. Он отдал мне мою ручку. Итак, ребята, пятое. Так. Use the headings to complete the paragraph plan. Используйте заголовки, чтобы заполнить план параграфом. Итак, introduction, вступление, main body, основная часть и conclusion, заключение. Итак, ребята, посмотрите, как нужно было сделать параграф первый, да, я просто вам отдельно вынесла, чтобы вы не попутали. Это имя, дата, место рождения, профессия. Второй параграф – ранние годы. Третий параграф – поздние годы. И причины, четвертый параграф – почему Дженни им восхищается. Итак, ребята, а теперь переходим к study skills, навыкам учения. Organizing your writing – организуем письмо. Итак, the first paragraph introduces the topic by giving a short summary of it. Первый параграф
представляет тему, давая ей короткое описание. The second and the third and third paragraphs are the main body. Второй и третий параграф – это основная часть. Each paragraph introduces a new idea and explains it. В каждом параграфе есть какая-то новая идея, и он ее объясняет. The last paragraph is the conclusion, which also gives a short summary of the topic in other words. Последний параграф – это заключение, которое также дает краткое описание темы другими словами. Ребята, сейчас мы перейдем к портфолио. Вам нужно будет написать статью о человеке, которым вы восхищаетесь, для школьного журнала. Вы должны использовать план параграфов и текст первый в упражнении первом в качестве модели. 80-100 слов. Я сейчас вам его помогу сделать, а между тем, пожалуйста, не пожалейте подписки, подпишитесь, если вы смотрите мои видео, и они вам помогают. И обязательно отправьте кому-нибудь ссылку на мои видео, чтобы помочь всем, кому нужна помощь в английском. Итак, поехали. Ребята, и опять же примерный текст. Смотрите, у меня средний абзац основной один, но вы можете добавить что-то еще своего. Итак, первый абзац. The person I admire most is Lady Gaga. She was born in New York in Manhattan. То есть человек, которым я восхищаюсь больше всего, это Леди Гага. Она была рождена в Нью-Йорке на Манхэттене. Далее. She gave up the university to start her career as a singer. Она бросила университет, чтобы начать свою карьеру в качестве певицы. She can play several musical instruments. Она может играть на нескольких музыкальных инструментах. And has. И можно сказать, что она имеет там очень сильный красивый голос. Strong, например, beautiful voice. Обычно для таких текстов я с трудом что-то придумываю, ну ладно. Далее. She worked hard in New York before becoming a famous world star. Она усердно трудилась в Нью-Йорке перед тем, как стать известной звездой. Третий абзац. The reason I admire Lady Gaga is because she writes her own songs and composes music by herself as well. Причина, почему я восхищаюсь Леди Гагой, это потому, что она пишет свои собственные песни и сочиняет музыку также. She is also very determined and talented. Она очень решительная и талантливая. Ну вот примерно и все, что касается модуля третьего под буковкой C, ребята, а мы с вами перейдем к остальным частям. Это третий модуль буковка D, Culture Corner, а между тем обязательно подписывайтесь на мой канал, не забудьте смотреть видео с продолжениями. В общем, на сегодня всем пока, смотрите дальше продолжение третьего модуля, всем счастливо, увидимся.